Прекрасная погода. Дождь прошел. И стало прекрасно. Плюс 15 показывает на улице. Надо смотаться в магазин. Все, я съездил. Магазин. Шикарная погода, просто кайф. Прям работать не хочется, хочется гулять. Кстати, сегодня за обедом прикольная история была. Там какой-то местный дядька рассказывал, как он сходил и сделал тест ДНК. То есть, ну, тут есть много, да и в интернете много рекламы подобной сейчас. Не знаю, пошла эта тема в коммерцию уже. DNA-тест. И вот он рассказал, что вот он, что это надо там $50 стоит. Он пришел, там час надо не есть, плюнуть в банку. Вот, ну и вот получил результаты, где ему там рассказали, что он вот на столько-то процентов итальянец. Рассказывал, что вот у него там столько-то процентов украинцев в роду. На 2% он русофин. Ну, короче, прикольно, интересно было.